Всем доброе утро. Вот такое вот утро в заливе, по-моему, какого, или как это так он называется. Я уточню, напишу здесь под видео. Вот такая тишина, водная гладь, никого вокруг. Вот так вот начинается каждое утро на яхте. Видите, упал, отжался. А я отдыхаю. Ну как? Сейчас еще на пробежку. Проплыст. На проплыс? А чё, давай на проплыс. Глянь, сколько рыбы здесь плещется. Плавки сырые, солнышко нет. Ну, что за мелочи жизни? Когда они тебя останавливали? Ну, сейчас остановили. Отмазки, сплошные отмазки. Кстати, здесь, как и в прошлой бухте, есть светящийся планктон. Но, как мне показалось, его меньше. А может быть, это из-за того, что вода более мутная. К сожалению, ночью не получается снять ни на телефон, ни на камеру. Не видно. То есть не настолько он ярко светит, что камера бы реагировала. Как-то неожиданно быстро у нас протухла курица. Ну и куда ее девать? Мы решили скормить рыбкам. Да. Будем надеяться, что рыба любит курицу. Рыба реально очень мило курица. Где? Идем в другую часть этой бухты. В кафешку, где можно позавтракать. Завтракали, уже светло. Скоро из-за горы выйдет солнышко. Смотрите, здесь вот еще одна скала. Вот скалы. Вот она скала. Вот. И вот она скала. Так, где? Вот она. За вантой. И вот между этими скалами есть подводные скалы. И здесь приходится очень аккуратно маневрировать, чтобы ни на что не напороться. И пройти все-таки к этому городу. Вот сделал, видишь, лес мачты. Ага. А вон там вот на байдарке. Бухта. И тоже какая-то марина. А вон там, наверное, нам завтрак готовят. Дым идет. Все бегают, готовятся швартоваться. Но я сижу без дела. Здесь уже пахнет вот тем, наверное, костром, от которого дым идет. Пахнет шашлычком. И нам на голодный желудок, конечно. Есть хочется еще больше. Маша, передний швартовый, Витя, задний. Швартоваться будем вагон. Посередине невероятная крепость. Вот. Все гадают, почему она вокруг скалы. И что такого ценного в этой скале. Когда швартовались, лагом сзади выходили. И смотрите, прямо на скале птичка. Птичка ж это? Птичка сидит прямо на скале.
Так, извините за качество, я снимаю на телефон, потому что у меня батарейка села на камере. Смотрите, на этих камнях еще и лестница вырублена. Маш, ты не помнишь, к какому мы ресторану ходили, к голубенькому или к зеленому? Я не помню, Тём. Вода, Wi-Fi, смотри, какая красота. Швартуемся. Тут из соседнего ресторана тоже стоит яхточка интересная. Я так понимаю, что основной вид заработка здесь туристы, и немалая часть этих туристов приходит с моря. Кидай, Маш. Или вон девушки кидаешь, да? А, там Маш, смотри. Маш, кидай. Витя, кидай. Как глубоко уходят сваи, такие длиннючие. Это гром? Похоже, было, но... похоже на гром или на взрыв. Ну, в принципе, здесь самолеты военные тоже с такими звуками примерно летают. Да? Ну, только очень коротко. Так, Машка, пойдем. Сначала мы покушаем, потом мы зальем воду, а потом мы пойдем гулять наверх. Да, и правда, слушай, с иглами. А смотрите, когда ты в воде ёж, на него смотришь, у него еще ряд такой покрытый глаз белых. Да? Да. Ни разу не видел. Они такие мерцающие. Я его достаю. Повредите вот такие вот царапины. Если я ошибаюсь с количеством длины, то он не входит в воду, а после этого походит. Короче, как мы делали на курсах. Цепи давали так, чтобы якорь висел вот так вот под углом. Под углом. И когда нужно отдать якорь, скидываем 2 метра цепи, и он моментально падает в воду. И не задевает корпус. Нет, ну, лебедку нажимаешь, чтобы он от тебя 2 метра сразу отдала. И он просто падает. И получается, что корпус не задевает. И когда выходишь, тоже вот эти последние 2 метра нужно махом забрать, чтобы не задел корпус. На той стороне от нас затопленный город, но солнце там, угу. И мы его не видим. Угу. Вот, даже если близко, ну, пойдем, понятно, да. Разглядеть. Там нужно после обеда ходить. Мы гадаем, куда люди на своих лодочках маленьких ездят. Так, она пора. Ну, видимо, действительно свалился. Печалька. Вот так вот у меня сломался фотоаппарат в самый неожиданный момент. Ну. Ничего и снять не успели. Я думала, специально взяла, думаю, сейчас я поснимаю наконец-то на свою большую бандуру. Чуть-чуть поснимали. Ладно, будем завтракать. Светильники у них просто вообще бомбические. Мне еще вон те понравились. Это задний двор кафешки, в которой мы ели. Здесь кто-то пришел на байдарках перекусить. Ну, а что так, сели скоро на байдарку и поехали завтракать. Почему нет? Непередаваемо пахнут цветы. Не знаю, что это цветы, если честно, вообще не разбираюсь в цветах. Но шикарно. И вот такие какие-то фантастические абажуры. Бля, это вообще просто. Где ты еще положишь свой телефон до стола? Ну, как-то вот... Здесь ворота. А точно не частный телефон? Вот мы сейчас на частный телефон. А вот это улица. Ага. Да? Ну, наверное, не сезон, а что-то закрывали. Зеркало. Мы на правильном пути. Ага, есть указатель. Я примерно так же до замка шел.
по горам. Я, честно говоря, подумала бы, что это все частная территория. Ну, очень похоже, да. Все растет, все цветет. Да, какое дерево симпатичное. А может, только это не в замок, а в какой-нибудь турагентство? А вы хотели замок, можно вам сейчас дадим гида. За недорого. Который поведет ровно в противоположную сторону. Поднимаемся. Так. Дошли. Это мы дошли? Да. А вот это вот? Значит, смотрите, вход направо. Замок. Там гробницы, налево это замок. Написано, виси, что ты собанываешь. Ну да, там тебя и похоронят в этом виси. Это после гробниц сразу в виси и все. Давайте с замка начнем. Давайте с замка. Сейчас время это, службы. Время Минотавра сейчас. Ой, слушайте, бежим отсюда. Сейчас будет петь. Причем прямо около нас. А, блин, слышишь там это? Да, я же говорю, время службы. Мы как-то проходили мимо рупора, когда он пел, это было ужасно. Что, фальшивый? Нет, это просто очень громко. Соседняя яхта отходит. Слушает службу. Не только слушает. Но и участвует. Участвует, да. Подпевает. Ты так вот к окну подошла. Вот так стоишь у окна и ждешь своего. Кого там ждали? Одиссея? Не Одиссея, какая разница? Есть такой шикарный вид, можно и подождать. Акустику, да? Что, обалдеть? Акустика здесь. Ты когда здесь говоришь туда в театр, как будто в наушниках. Да? Попробуй поговорить. Сейчас. Центр встань. Куда ты пошла? Нет, я хотела послушать. Нет сама себя слышишь. Самого себя. А ну-ка, здесь, где? Ну, вот здесь? Здесь. Встань и поговори громко. А что говорить? Белеет парус одинокий. Правда, что? На камеру слышно, что я правда? Ты слышишь? Понял, иди. Я себя слышу, как реально, в наушниках, как будто бы я вот... Ну, давай, говори. Ты меня слышишь? Да, я тебя да, слышу. Да, туда, сядь. Тебе как меня слышно? Мне до всех хорошо слышно. Обычно. Как обычно. Да? Белеет парус одинокий в тумане. Чего? Море. Море голубом. Что ищет он в краю далеком? Что кинул он или бросил он, оставил он в краю родом? На уроке литературы тебе поставили бы 2. В лукоморье дух спилили, русалку в бочку засолили, цепь пустили на металлолом. Слушай, на такое вот эхо такое. Ага. Ой, какая красотища, люди, блин. Как красиво. Витя!
невероятный вид. Конечно, камера вообще десятая часть этой красоты не передаст. К сожалению. Вот мы и на самом верху. Давай поинтересуемся, сколько стоит снять комнату в таком замке. В каком? Ну вот, в этом, например. Ага. Ты просто не уходи и все. Можешь ночевать. Нет, там написано, что он должен на 30 открыть. А потом? Типа ночевать нельзя. Смотрите, какая красотища. Да. Глянь, там еще один залив в заливе. Ты, Тёма, ты видел он там? Да, зайка, пройди сюда. Там марина есть. Кстати, здесь очень хорошее укрытие, потому что это один залив защищает от открытого моря. Этот залив в заливе получается, еще вот этот вот остров тоже защищает. Очень, я думаю, там комфортно зимовать, допустим, от ветров защищено. Смотришь на древние развалины.